Привет! Вы смотрите это не случайно. Скорее всего, мы с вами уже знакомы, и я рассказывал вам о топливном бизнесе. Занимаюсь я им здесь или где угодно при помощи вот такого вот гаджета. И сегодня это видео будет о самом сокровенном и мистическом процессе, а именно, как делать деньги из этого кусочка пластика, который доставляют из США прямо к порогу вашего дома. Такую карту может иметь каждый, кто решил развивать топливный бизнес вместе со мной. Многие спрашивают меня, как происходит этот магический процесс получения заработанных денег. Именно поэтому мы сейчас отправляемся за покупками, а заодно и снимем деньги с этой карты. А принимается такая карта от NXPay в любом банкомате, который обслуживает Visa Plus. Как видите, ничего здесь нет сверхъестественного, все довольно обычно и банально. Мы сняли эти 10 тысяч рублей, заработанные за неделю. Правда, в банкомате был лимит, поэтому пришлось снимать два раза по 5 тысяч рублей. Лично для меня 10 тысяч рублей неделя – это неплохой результат и хорошие деньги. Особенно, если учитывать то, что реально я уделял этому не так много времени. Если у вас еще остались какие-либо вопросы, задайте их мне. Я желаю вам удачи и финансовой свободы.